Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать в ютубчик. Тем более, что новая часть по Майнкрафту подъехала. Это Ocean Block от FitToBeast, и мы продолжаем. Мы в прошлой серии скрафтили вот эти две сингулярности и делали Pick Iron. Они у меня уже все переплавились, и я вот подготовил две монетки. Хочу сейчас закинуть два золотишка и сделать... Хочу сделать форму для монеток. И я уже подготовил медь. Так, сюда. И сюда. Все, готово, готово. Все, отлично. Теперь мы загружаем 500 слитков. 500 слитков — это как раз 1500 монет. Так, давай, бегом, пережаривайся. Все, отлично. Монетки пошли. Отлично. Монетки пошли. Давайте тогда заберем наш Pick Iron. 1500. И все сюда скинем. Так, и 4 у нас слиточка осталось. Окей, скинем их сюда. Так, что дальше? Давайте, у меня уже, в принципе, здесь 81. Давайте мы возьмем... Так. Напишем верно. 352 штуки. Так, 1000. 148. Начать. Да, можно уже сделать. Все, они уже делаются. Отлично. Так, значит, это мы тоже сделали. Basic Create. Так, а у меня еще не хватает, до сих пор еще не хватает. 11700, надо 13500. Так, дуб. Давайте возьмем дуб, закинем, в принципе... Дуб дальше делается. Окей. И опилочки у нас копятся. Да, еще 3500 дуба. И нормально. Так, пластик. Пластик у меня тоже уже 8000. Нормально. Логическая сингулярность. Так, а вот здесь мне... Так, давайте посмотрим, сколько у нас уже плода. Плод Хоруса. Отлично. Так, давайте 10, наверное, возьмем тогда. И все это мы... Да, по 10. Все это закинем пережариваться. Пускай это все пережаривается. Так, монеточки делаются. Хорошо. Так, Refined Storage. Ага, Refined Storage, говорю. Вот, есть у нас обсидиан. Так, что там надо? Тогда у нас 24. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Все. Так, забираем Pick Iron. Скидываем весь очищенный обсидиан. Так, пойдемте вот эту сингулярность закинем сюда. Так, это делается у нас. Так, давайте получим награду. Империя кирка. В принципе, бесполезная штука для нас уже. Магические яйца. Нет, это еще рано.
Рано, рано для нас так. Тессеракт. Тессеракт. Так, если нам нужно, получается, 12 тысяч стекла нам надо. А у меня стекла. А у меня 9700. Окей, стекло еще ждем. Стекло еще ждем. Angel Core. И сюда нужно стекло. Слушайте, но мы зато можем это вот это уже сделать, по идее. А стекло просто еще дождемся. Так. Стекло еще дождемся. С опилками точно придется подождать. Давайте. Так, а что у нас по монеткам? Давайте проверим, сколько у нас монеток. Так, монет. 366 уже монет, 370. Так, давайте тогда проверим. Виверна приготовилась? Да, приготовилась. Давайте все заберем тогда. Заберем. Так, такое ощущение, что я... Или все четко. Так, забираем вот это. Вот это все закидываем. Да, все, 1500, окей. Вот эту мы тоже разместим. Уже две есть. Вот это продуктивная серия. Так, и получим за нее награду. Шейдеры. Окей. Шейдеры. Так, коины у нас делаются. Давайте, что, в принципе, вот эту штуку сделаем. Angel Wand. Так. Вот такую штуку сделаем. Да, но для начала нам нужно перо записать. Перо записали. И стекло. Просто стекло. Тоже записываем. И в итоге... Записываем вот такую штуку. Все, есть. Есть. Закидываем сюда. И теперь здесь мы пишем Angel. И мне нужно 1500 начать. Так, отсутствует. А, то есть мы все это стекло потратим. Стеклянная панель, а я же... Я же сделал. А это чистый. Блин. Так, я не знаю, как очищать. Окей, мы сейчас тогда еще раз сделаем. Возьмем стекло и вот так вот сделаем. Все, стеклянная панель. Все. И вот это сюда закидываем. Теперь пишем Angel еще раз. 1500 начать. Все, есть. Давайте сделаем 1500 анджелов. Здесь у нас тоже уже виверновая готова. Ее мы тоже размещаем сюда. Отлично. Так, монетки делаются. Так, анджел. Ну, скорость вообще замечательная на самом деле. И крафтить, блин. Люблю автокрафт. Это самое прикольное. Ой, они по одному. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это мне сколько сгружать придется. Блин, что такое? А, я уже их все просто загрузил. Хорошо, я тогда сейчас все их туда сгружу, потому что, ну, это очень долго будет ждать. Ура, я это сделал, я это перенес. Да, это очень было долго, но зато я услышал, что, в принципе, у нас все монетки уже переплавились. Поэтому мы можем все монеты забрать. Так, давайте монета. Полторы... Так, я хотел уже по одной опять забирать. Все,
Все монетки здесь. Это собираем. Это мы все закидываем. Есть у нас еще сингулярность. Так. Ангельская сингулярность готова. Монетки у нас делаются. Давайте случайно награду. Все не то. Это нам все не то. Так, а вот еще за Виверну мы не получали. Окей, скинем сюда. Кстати, я вспомнил, зачем нам 13500, когда нам всего лишь 12 тысяч надо было обтесанного бревна. Ой, я свинину случайно скинул. Ну ладно. Так, 12 тысяч. Я теперь, в принципе, могу, да, заказать Basic Create. 1500 мне надо Basic Create'ов. Отсутствуют доски, отсутствуют доски. Знаете, тогда что нам нужно сделать? Нам нужно сделать дуб. У меня дуб есть? Так, хорошо, тогда я вот тут беру дуб. Ага, записываем. Все. Это мы сюда кладем. Теперь, по идее, должно быть все. Значит, что, почему я доски, что ли, не это? Так, доски. В смысле, мы же делали вроде доски. А нет, слушайте, мы доски не делали. Доски мы не делали. Так. Нет. Не из этого. Так, дуб. Вот дуб. Все, доски. Записываем доски еще. Все. И теперь 1500 basic create'ов. Начать. Все. Погнали. Погнали делать. Так, у нас тут уже монетная сингулярность готова. Давайте ее тоже, в принципе, закинем. Кстати, пока все это у меня крафтилось, я потихонечку, в принципе, сделал все эти штуки для максимальной сингулярности. И разместил... Короче, я придумал, мы в конце сезона просто бабахнем этим реактором. По приколу. Вот. Я его пока просто разместил. Еще даже не подключал, не запитывал. Вот, в конце бабахнем. По кайфу. Так, что там? Сделались они? Нет, еще делается. Хорошо. Давайте получим награду. Это тоже все не то. Так, окей. Что с сингулярностью? 1094. В принципе, еще 400 штучек. Это не так много, не так долго ждать. Пластик еще делается. Так, плод Хоруса. Угу. Все, это и вот это мы тоже заберем. И я уже тут подготовил. В принципе, просто поставил вороночку, там трубу подвел, чтобы просто сразу все забиралось. Так, это сюда скинем. Это сюда скинем. В принципе, скорость тоже неплохая. Но посмотрим, сколько он, в принципе, наделает этих кристаллайзов. Ага. Все. Так, это у нас делается, это делается. Это сделано, сделано. Тессаракт еще стекла мало. Магические яйца. А, ну у нас опыта еще мало. Три, два. А, нет. Нам 3000 надо, да? 3000 надо. Так, слушайте, я тогда могу, в принципе, вот это сделать. Магические яйца. Для этого нам нужно, так, палку сделать. Блин, вот так. Палка. Палка, палка. Блин. Проще так сделать. Дуб. Дуб.
Записываем. 15 палок. Так, палки есть. Что еще нужно? В принципе, сам вот этот нестабильный, полустабильный слиток. Полустабильный слиток записали. Что там еще такого может пригодиться? А, ну в принципе яйцо, само яйцо. Так, яйцо. Записали. Ну все, в принципе, тогда получается я могу... А, ну... Так, и само магическое яйцо надо записать. Так, Magic. Magic Egg. Вот, есть. Записали. Записали. Все. Это мы сюда. И по идее... Так, давайте кратов посмотрим. Да, краты все готовы. Так, давайте тогда магическое яйцо. 1500. Все, на все хватает. Отлично, пускай делается тогда. Так, крата. Забираем. Забираем, забираем, забираем. Все. Все это закидываем. И делается у нас еще одна сингулярность. Хорошо. Так, с какой скоростью у нас там еще делается? Хорошо, что мы, в принципе, так, это... Так, магические яйца делаются. Хорошо. Что бы нам... Слушайте, ну мы, в принципе, можем сделать пирог. Долька торта. Она делается 7 штук. То есть, по идее, мне нужно скрафтить 215 таких тортиков. Ну, таких тортов, тортов. Так, а для этого нам нужно... Давай напишем торт. Торт, да, напишем. Что нам для торта нужно? Так, давайте запишем сам рецепт. Блин. Получается, нам нужно рецепт ведра записать. Так, рецепт молока записать, рецепт сахара записать. У меня тростника же это вообще там как бы, да, тростника достаточно. Так, сахар мы записали, яйцо у меня есть и пшеничка. Пшеничка, вот, пшеничку из этого делаем. Так, есть место? Нет места. Мне еще нужен один сборщик. Так, сборщик. Еще два сделаю сразу. Так. Так, и кабель. А что если мне, в принципе, отсюда... Я все равно этим ничем... Ой, еще геркулесовая. Че у меня, почему я не установил до сих пор? Давайте установим. Вот это я просмотрел. Я просто думаю, зачем мне вот это все? Я бы вот так все это взял бы. Сюда бы все это скинул. Блин. Я под... У меня там, видели, один тессеракт, по-моему, был. Так, поэтому нам будет 1499. Так, шаблон. Шаблон, вот мой шаблон пшенички. Мой шаблон пшенички.
Это мы все скидываем? Это мы все скидываем. Так, пам, все, есть. И сюда тоже ставим. А, у меня еще там один сборщик был. Так, хорошо, я сейчас тогда все это разберу и вот это тоже уберу. Все, у меня будет просто один этот. Так, все, я все сборщики установил. Давайте вот это тоже сюда закинем. И получается, мы здесь заказываем торт. А, что я говорил? Сколько мне надо было? 215. 215 тортика. 215 тортика. Начать делать. Начать делать тортики. Так, и что мы там? А, так, Basic Create мы сделали. А, магические яйца мы еще заказывали. Главное, они хоть стаком берутся. Я уже думал, опять по одному сейчас будут. Или по 16. Хотя по 16 не так долго и мучительно, как по одному. А, у меня есть один вопрос. А я подключил? А, да, у меня все подключены. Все, отлично. У меня, видимо, под этими просто шли уже. Так, давайте вот эту разместим. Отлично. Так, это делается. Чтобы тортик нам разрезать, нам нужен нож. Алмазный. Наверное, самый крутой. Незритовый самый крутой. Да? А, как? Незритовый. Сейчас посмотрим. Незритовый. Ага. Давайте. Так. Нож. Делаем алмазный. Делаем алмазный нож. Так, незрит. Есть незрит. Так, идем вот сюда. Закидываем. Берем незритовый нож. Завершил испытание, если ты не можешь вынести жара. И знаете, что бы я еще сделал? Так, у меня книги. А может, у меня тут книги есть? Нет. Так, хорошо. Книги. Книги, книги, книги. 27 книга, все, мне этого хватит. Мне этого хватит. А, еще лазурит мне нужен. Так, лазурит. Я хочу на какую-нибудь прочность там. Так, давай закинем, посмотрим. Острота, прочность 1. Нет, это все не подходит. Это все не подходит. Сила 1. Нет, это тоже не подходит. Взрывоустойчивость не подходит. Тоже не подходит. Удержание тоже фигня. Эффективность 1. Что такое? Сила 1. Это что такое? Эффективность 1. Это... А почему все по одному? Не будет прочности. Давай хотя бы прочность 1. Experience Harvester. Так, острота. Сила, невесомость, удержание. Да, блин, что за фигня? Эффективность, острота. Можно мне хоть одну прочность? Любую уже. Давайте первого уровня. Такое ощущение. О, есть прочность. Давай раз прочность. Может, еще будет?
Последняя книга. Нет. Хорошо. На прочность один, тогда ее сейчас зачарим. Так, вот это... Все, это я скинул. Окей, на прочность один тоже неплохо. Так, закидываем сюда. Так. Фейк. Нет. А как там долечка-то одна у нас называлась? Долька она называлась прямо. Окей. Долька. А я могу, интересно, ну-ка... А, нет. А это мне еще досточку какую-то надо, что ли, скрафтить? Походу, мне придется самому этим заниматься. У меня закончились доски. А, вот эти я могу доски? Нет, не могу. Двадцать досок есть. Так. Да, блин, проще вот так сделать. Все, есть досочка. А, мне в смысле эту досочку еще надо вот так, наверное, установить, да? Так, у нас тут сингулярность есть уже. Магическая. Хорошо. Так, торт у нас готов? Да, торт готов. 215. О, это вообще надолго. В общем, я тогда на этом буду заканчивать эту серию. В следующей серии мы как раз уже основное все сделаем. Я думаю, там основные вот эти уже придут. Так, вот эти две я скину. И получим награды. Вдруг что-то интересное упадет, как ветрогенератор, например. Ой, хорошо. Я тогда в следующей серии как раз мы начнем. Я туда уже все закину, все эти тортики, долечки. И уже начнем. И у нас, в принципе, не так много и останется. Что ж, с вами был Bad Boy Game. Всем большое спасибо за просмотр, лайки, комментарии. И увидимся на следующих сериях. Пока-пока.